мысли закрались о том, что надо что-то менять давно. Попробовать объединить все русские альянсы. Собственно, еще с конца прошлого года мы проводили несколько совместных операций. Мы договорились между собой и приняли решение, что нам пора закончить наши ссоры, закончить наши конфликты. И только доверие способно помочь преодолеть эту пропасть и превратить долги и счета в надежду. Мы сможем построить объединение, сила и мощь которого будет больше сил, составляющих его частей. Мы собрали 400 человек, просто как бы в обычный флот, обычный бобров. И вот получилось то, что получилось сейчас. И чем такой коллектив больше и сплоченнее, тем он сильнее. Тем сильнее каждый из вас. Тем более сложные задачи мы способны решить. Время забыть о всем том, что было в прошлом. Надежда лучше бухгалтерии злобы друг к другу. Потому что эта надежда открывает дверь к будущему. Будущему всех нас.